Сотрудники регионального УФСБ совместно с коллегами из Следственного комитета в свою очередь задержали директора областного театра драмы Александра Фомина. Ему инкриминируют получение взятки в значительном размере. Как сообщает пресс-служба Федерального управления безопасности, установлено, что подозреваемый получил от жителя Пензы 30 тысяч рублей за заключение договоров на музыкальное оформление двух спектаклей. Часть денег руководитель храма Мельпомены, по версии следствия, взял в марте 2022 года. Оставшиеся 17 мая. Возбуждено уголовное дело, стражи порядка устанавливают все обстоятельства совершения преступления.